Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Как говорится, первая серия в новом году. Ну что ж, давай заберем с тобой подарочки, все, которые мы тут успели сделать. Так, наградочка, еще наградочка. Здесь у нас что? 150 ДНК, окей. И самое интересное, что у нас будет по схваткам. Схватка редких, нападение амфибий. Ага, и дрожь земли. Хм, нападение амфибии, это как понимать? Минимум модов, один. Что за награды? Ух ты, награды какие шикарные, ребята. Ну что, наверное, начнем именно отсюда. Амфибии. Так, раз, два, три. Два деплотатора плюс их тиостега. Но у меня здесь есть летуны. И это уже хорошо. Так, деплотатор, что у него там за мод? Повышает показатель атаки на 40%, но снижает ОЗ. Так, хорошо, я возьму, наверное, тогда здесь в первую очередь Топия Лазавра. Пускай будет. Против их теостеги мы возьмем, наверное, с тобой Эдюморфодона. Зачем, кстати, нам не надо Эдюморфодона. Мы возьмем с тобой, наверное, Тропиогуптера и Пеликаниптерикса. Вот против этих всех. Ну, а теперь делаем с тобой моды. Во-первых, нет, кровотечение не будем. Превосходство, что нам дает? Увеличит бонус к показателю атаки на... Ага, преимущество перед классом, естественно, ребята. Так, вот это убери, пожалуйста. Дальше мы с тобой возьмем, наверное, броню. Ну да, 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 я понял. Я хочу взять броню. И возьмем с тобой тогда еще, наверное... Слабость, это на врагов, да? До конца боя уменьшает запас УЗ вражеского существа на 20%. Вот это мы с тобой и возьмем. Ну я же сказал, возьмем. Все, стартуем, ребят. Так, амфибии, минимум. Блин, минимум одна амфибия нужна. Так, ну если нам нужна минимум одна амфибия, то я возьму тогда, ну, деплотатор, наверное. Или подожди. Или лучше нундагозавра. Давай так, наверное, сделаем. И поставим. А что такое устрашение? Всех вражеских существ. А слабость? Окей, вот это мы, наверное, сделаем. Ну что, попробуем, друзья, пробиться вот таким составом. Я почему-то думаю, что у нас должно все получиться. Превосходство. Ты прикинь? Мы с тобой сейчас с удара просто вынесем деплотатора. Да, уже не получится. Уже не получится. Ладно. Все равно я буду бомбить. Поехали. Опачки. Ну что, деплотатор, какие будут твои дальнейшие действия? Атаковать, ну конечно же. Конечно же, только атаковать. Ну что, ребята, дальше мы бьем. И берем бонус. Сделаем так. Готов. Так, их тёстега. Неужели он сейчас потратит две атаки, а? Точно, тратит. Ну что же, тогда Тропиогоптер, твой выход. Тебе нужно будет сколько здесь? Раз, два, три. Вырубаем. Окей. Так, и опять выходит деплотатор. Слушай, он, наверное... если он даже все сольет, он не пробьет, у меня же... Да, у меня щит прочной кожи. Без нее бы, конечно, он меня ушатал бы. Ну и все, в принципе, давай добьем. Подожди, а получится ли его добить? Проверим. Да. И вот он нам как раз и получится уничтожить. Ну что, друзья мои, вы сами все прекрасно видели. Сыграли мы неплохо. Как по мне, не знаю, что вы из этого сделаете, выводы какие. Ну а мы переходим с тобой еще на следующий поединок. Так, метапозавр, гриппозух и крутозавр.
Так, а сколько у нас стоит, если тебя дорого? Ну что, тогда я беру Эдю Морфодона. Пеликанептерикса, что ли, взять? Ну давай возьмем Пеликанептерикса и... Там же опять нужна... Вот так вот сделаем. А другого варианта я не вижу, ребят. Так, что у них здесь стоит? Увеличит запас ОЗ на 20%. А здесь дает одну очку действия. А здесь... Ага, 40% все равно наносит, да? По-любому. Блин, тогда... Тогда нам надо немножко по-другому сделать. Вот так вот. Ну что, давай подумаем. Во-первых, сделаем, наверное, превосходство. Это раз. Так, пронзающий укус. Нет, не пронзающий укус мы сделаем, наверное. А хотя... Давай сделаем так. И вот так. Погнали. Блин, что там? Амфибию. Нам нужно брать амфибию. Все время я про это забываю. Поэтому диплотатор придется брать. Хочешь ты этого или не хочешь, но его брать придется. С прочной кожей, да? Ну что? Ай, твою налево. Тут две амфибии нужно. Тут уже нужно две амфибии, оказывается. Ё-моё. А в конце что, три амфибии, что ли, понадобится им? Вмешательство. Это что такое у нас? Отключает мод. Вот, вмешательство пускай будет. Погнали. Так, ну что, у нас будет превосходство. Так, а у него что там, закалка, да? Ну что, я ударяю. ...823 хп мы ему оставляем. Ну и что ты будешь делать? Атакует. Он все-таки атакует. Ладно, мы его сейчас ушатываем. И я беру, наверное, защиту. Поехали. Сколько там будет этот бомбить, я не знаю. Гриппозух. Заряд адреналина у него срабатывает. Ты смотри-ка, а, что вытворяет. Он все потратил, да, получается? Вопрос у меня в другом. Как я его здесь должен бомбануть? Как? Я ума не приложу. Ладно. Давай сделаем вот таким вот образом. Прочная кожа срабатывает. Угу. Он одну атаку всего сделал, да? Я рискую, ребят. Так, по идее, должен вырубить его. Замечательно. Так, он сейчас на крутозавра на этого. Вот. Плюс заряд адреналина. Ему достаточно одну атаку всего сделать. Но мы мод-то ему отключим, верно? Отключаем мод. Опа, все, вычеркнули. Давай проверим. Так, он у него... Я... Так, тихо, парень. Окей. Ребята, наш шанс сейчас его наказать. Да, мы сливаем все. Вот так-то. Замечательно. Это второй был поединок. И довольно успешный. Только не говорите, что на третьем поединке нужно три амфибии брать. Это будет тогда очень люто. Давай смотреть.
Так, нундагозавр. А кто такой? Мастодонзавр и метапозавр. Ох, это все, что мне доступно, что ли? Да ладно, вы серьезно, что ли? Я ведь... Блин, а как быть, ребята, а? Капразухом, что ли, идти туда воевать? Ну это же смешно. Мне нужен вот этот, ну, нундагозавр. Ладно, ребят, давайте, наверное, посмотрим. Минус 10 минут, я надеюсь, что до 60 долларов мы с тобой скинем. Так, ну что, 58 долларов, да? Давай, берем его. И придется, наверное, нам еще взять с тобой капразуха. В общем, сделаем с тобой следующую бонусу. Берем капразуха. Берем нундагозавра. И потом уже в конце берем диплодатора. Но теперь смотри, у него что тут находится? Снижает показатель атаки противника на 15%. Здесь у них идет. Ага, запас ОЗ. А здесь крадет мод противника, действует один раз. Блин, твою налево. Мод противника, он сразу крадет или как? Или не сразу? Путы. Не дает команде противника. Так, сделать обмен. Берсерк. Не особо меня радует берсерк. Слабость. Запас ОЗ вражеских существ. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем слабость. Вмешательство. Это что у нас отключает мод? А у него что там? Снижает показатель атаки. Это нам, да? Слушай, нам бы нежелательно, чтобы у нас атака была. Увеличивает запас УЗ на 20%. А устрашение? Так, всех вражеских существ на 10%. Общая слабость. Пам-пам-пам, даже не знаю, что сделать. Что ли, щит, может быть? Давай сделаем так, щит с тобой сюда поставим. Переливание восстанавливает вашему, так, в размере 50% от нанесенного урона. Это, кстати, надо будет на диплотатора, наверное, поставить. А здесь мы сделаем с тобой прочную кожу. И вот так. Блин, а он же сделает. Он же заберет, он клонирует наш мод. А, ладно. Была не была, ребята. Была не была. Так, отвлечение. Ну, понизил атаку, понятное дело, да? Несокрушимость. А у меня ничегошеньки, да? Не выходит. Ну что, я предлагаю взять бонус. Посмотрим. Атакует. Щит срабатывает. Он наносит меньше урона, да? Да, в разы меньше. Так. На один раз только, да, срабатывает эта штука. Сейчас проверим. Ну, сейчас он вынесет, понятное дело, да, моего капразуха. Что он там чудит, а? Скажи-ка мне на милость. Давай атакуй уже. Что-то он не хочет, ребята, атаковать. Может быть, мне поменяться? Если я, например... Что он там? Блин. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз. Вот так вот сделаем. Готов, парень. Так. Мастодонозавр. Так, у нас же еще с тобой переливание есть. Ё-моё, 7, неужели он сейчас... Он сейчас пробьет, ребята. Капитально причем. Ты прикинь, он специально дождался, пока я поменяю. На супер нашего элитного. Он же все слил, все. 994 хп, да, у тебя, гаденыш. Вот это вот тебе будет за глаза и за уши. А дальше он крадет мод. А дальше мы с тобой просто обменяемся, да и все. Поехали. Иди отсюда. Сейчас он будет воровать мод. И
И уничтожит, скорее всего, мне Бегазавра. Нет? Тогда мы с тобой меняем Капразуха. Сделаем вот так вот и атаку. А чё это щит-то не сработал? Я не понял. Раз, два, три. Ну, проверим так. Срабатывает, да, щит? Все. Прочную кожу он потерял. Давай, 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 что-нибудь делай. Трать, сколько ты там потратил? 4. Так, у него остается 3. В общем, ребята, сейчас мы его должны ушатать. Или не должны. Я рискую. Ай-яй-яй, риск большой, ребята. Сможем пробить или нет? Да. Ребята, получилось у нас. Ух, сложные были бои, но мы одолели. А значит, мы сейчас с тобой заберем пак. Кто нам тут? Ох ты, Сарказуха, у меня его не было, ребята. Сарказуха у меня еще не было. Я очень рад, что нам достается такая вот легенда. Так, забираем здесь награду. Так, Сарказух. Что там еще-то у нас? Давай-ка мы сейчас, наверное, поставим его выводиться. Малыш мой вывелся. Птеродактиль. Поместить. Кстати, мы же можем сейчас его... А стоит ли нам скрещивать, а, ребят? Все, уже поздно. Уже поздно думать. Я уже поставил сам того, не желая. Так, ладно. Этот еще 10 часов будет выводиться. Ага. Юта-раптор, да? А, пирораптор. Пирораптор. Так, эволюция доступна, но мы делать будем ее, конечно же, потом. Так, у нас местечко есть? Есть. Поэтому давай-ка мы с тобой сделаем... Кого я там? Сарказуха, да, получил? Вот он. Один день, 19 часов. Ну, почти, ребята, 2 дня будет выводиться. Шикарно. Сарказух. Будет у нас, по крайней мере, еще одна легендарная карта. Из этих, как называется? Из рептилий. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, что у нас тут на событиях. Схватка редких. А нужна ли нам схватка редких с тобой? Может быть, нам... Хотя... Блин. Схватка редких. Может быть, мы лучше пойдем с тобой на арену? Дрожь земли все-таки. Пока еще есть с кем воевать. Так что давай, наверное, попробуем замутить здесь с тобой тему. Берем скафагната. Алангазавра. И возьмем сюда, наверное, еще... А у меня что, ни одной рептилии нету? Доступной. Нету, ребята. Тогда возьмем с тобой Пеликаниптерик. Понял, реклама. Реклама. Ну, давай посмотрим, кого нам здесь дадут. Мегалозавр, Афиакадон и кто там еще? Ага. Гигантозавр. Так, ну что, у нас, в принципе, есть с тобой шанс... Я бы даже сказал, очень большой шанс завалить его. Так, вначале ударим. Окей. Что мы будем делать? Ну давай, 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 что-нибудь думай там уже. Соображай своей маленькой головешкой. Пропустит ход, что ли? Ты гляди-ка, пропускает ход, ребята? А если я так сделаю? Твою налево, ну сейчас вырубит меня. Сейчас он меня вырубит. Знал бы, атаковал бы его, естественно. Так, ну что, а мы его вырубаем, да? С одной плюшки, естественно. Раз, два. Три. И вот так. Сейчас посмотрим.
Афиакадон, 39 уровень. 272 к атаке. Но ему ничего не светит здесь. Пускай даже не мечтает об этом. Он тупо пропустил ход, верно, друзья? Ну что ж, парнишка. 2, 3, 4, 5. Этого будьте достаточно. Ух, гудбай, птенчик. Ну что, гигантозавр выходит. Да что ты мне сделаешь со своими 88 атаками? А, 82 даже. Пяточки можешь мне полезать, если хочешь. Да-да-да-да, конечно. Ну ты смотри, пробил. Ладно, это была твоя последняя выходка. Давай, птенчик. Пора с ним завязывать. Да, получил по шеям. Ну что, давай посмотрим, где мы с тобой будем. Ты посмотри, какая у него это, как у пеликана, да, вот эта вот подушка такая, куда он рыбу типа свою... А в принципе пеликанептерикс. Что-то созвучно с пеликаном, да? Мы с тобой в охотниках, да, значит, остались. Дайте, пожалуйста, доллар. Мне нужны доллары. Ну, почти, почти. Так, я сейчас заберу здесь, ребят, награды. Подождите секундочку, какие тут у нас? А, ПВП. Кстати, моды. Давай моды еще заберем по-быренькому с тобой. За деньги, да, наверное? Поехали. Так, Блю, что ты мне подсунешь? Давай что-нибудь хорошее. Несокрушимость. Годится. Давай вот это вот возьмем. Редкие. Глядишь, что-нибудь хорошее подсунет мне. Пак, спасибо огромное. Так, давай посмотрим, что за набор модов. Пронзающий укус. То же самое. Так, увеличит показатель атаки. О, на соточку. И первый полученный урон снижается на 50%. Обожаю тебя, Блю. Спасибо за подарок. И нам нужно с тобой... Ну, это мы с тобой в конце уже использовать будем, да? В поединке там Канезуйскую эру. Что-то я не то делаю. Битва. Так, давай подумаем, что мы можем с тобой здесь еще замутить. Если я возьму метрия... Подожди-ка. Давай возьмем Эдио Морфагдона, Таникалагриуса и Анкила... Нет, Уэрхозавра. Так, Тираннозавр, Дракорекс и кто там еще? Блин. Ой-ой-ой, какие-то мощные слишком против нас тут выходят. Да, друзья мои, слишком мощные. Что будем делать? Давай возьмем бонус. Мне вот это вот все не нравится. Совсем не нравится, ребят. Неужели будет атаковать? Меняет. Дунухейр. Ты его серьезно сейчас? Ну что, бомбанем разочек, наверное, да? Может, два разочка бомбануть? Почему-то я так думал, что он возьмет защиту, ребят. Так, будет менять опять на тираннозавра. 100% тебе говорю. Или будет атаковать все-таки? Меняет. Меняет. Ты понял, что творит? Такс, он все потратил абсолютно, да? Две так ему что-нибудь дадут. Давай попробуем атаковать его. 547 хп у него еще остается в запасе. Ну, он вырубает меня, понятное дело, с двух плюшек. Тут уж ничего не поделаешь. Тут уж ничего не поделаешь. Так, раз, два.
Раз. Раз. Иди отсюда. Дракорекс. 173 к атаке. Фу. Так, подожди, ну если он... Так, опасность, кстати, между прочим. Он сейчас, если все сольет, он может меня победить. Но он не все сливает. Он сливает не все. Так, ребята, переходим на вот этого пацана. Он не все слил, да? Рискнем. Я рискну, ребят. Допустим. Что он дальше будет делать? Он может все слить в атаку. Тогда он меня ушатает. 3? Ему достаточно 3, что ли? Трындец. Раз, два. Раз, два. Проверим. Ага. Так-с. Ну, у него... 405 к атаке. 405. Все, пока. Ребята, мы проигрываем. Откуда у него такое преимущество передо мной? 405, это какой-то, блин, несчастный травоядник. И так влупил. Да, Раджастега, жалко тебя там не было. Ну что, у нас с тобой выбор вообще невелик. Вот буквально последние 3 динозавра, которых я могу выставить. Ну давай глянем. Так, смотри, нодозавр, стегозавр и эдиоморфодон. Окей. Слушай, ну по-моему у нас здесь будет преимущество, причем огромное. На тебе. Нодозавр чем-то похож на скалозавра, да? Ну что ты там пыхтишь, пыхтит он мне. Давай еще разок. Вырубаем. Так, и выползает стегозавр. Ну что ж ты будешь делать? Я, наверное, сейчас возьму Раджастегу. Никто не будет против, если я возьму Раджастегу. И вот так. Жучара, да? Поставил блок. Неужели возьмет Эдиоморфодона? Сейчас посмотрим. Да. А у Эдиоморфодона, как ты видишь, 300 атаки. О, зря. Зря ты, парень, затеял это. Давай, разносим в пух и прах. Просто курлык и улетел. Ну что, стегозавр, вот мы с тобой опять и встретились. Не, ну сейчас он, конечно, если сделает все 4 атаки, Раджастега у меня упадет. Базара нет. Но дальше-то ему крышка. У меня же анкилодок. 481 атака. Все, тут даже не обсуждается. На тебе. Ну что, ребята, с ареной на сегодня мы заканчиваем. Но нам нужно еще получить с тобой ежедневный пак. А для этого нам нужно сыграть в канозойской эре. Ну, неплохо, смотри, 10 место в лиге охотников. Это 10% лучших игроков. Что мы здесь с тобой заберем? Да твою ж налево, блин. Ну, неплохо. Очень много ДНК надавали. Так-с. Переходим с тобой, значит, в ПВП. Вызов. Раз, два. Ну, тут все по стандарту, ребят, потому что ничего новенького у меня нету. Ну, давайте. Так, гигантский олень, Эдрюсарх и Динотерий. Опачки. Гигантский олень. Так, нам нужно срочно поменять.
Так, а теперь давай посмотрим, что у нас из этого получится. Я сомневаюсь, что он будет атаковать меня. Блин, ну, у него очень много здоровья. 1200. И я замучусь его пробивать. Он ничего не стал делать. Давай я так сделаю. Твою дивизию, выруби сейчас меня. Сколько ему нужно будет? Три атаки. А, он меняет? Он берет Эндрюса. Вырубает все равно. Я понял, зачем он это сделал. Чтобы получить классовое превосходство, да? Так ты сделал, значит. Ну, хорошо. Раз-два. Раз-два. Блин, на нас опять этот час олень ушатает, скорее всего. 462 к атаке. То есть, если он сейчас все сливает, да, нам крышка. Мамонт вряд ли с ним справится. Твою налево, а. Мне гигантские олени не упадают. У них практически, ребята, до 40, ну, до 40-ки прокачат. Это почти фулка. Ну, что я тут сделаю? Ну, а, ну, мы вырубим его, вырубим. Так, а это что там у нас за хлыщ? Динотерий. Ну, все, Динотерия распишем сейчас. Или все-таки... Трындец, ребят, расписали. Вот так вот мамонт. Недооценили врага. Я думал, что он все-таки взять. Нет, ребят, ну согласись, компьютер, конечно же, это же боты против нас дерутся. Они всегда знают, сколько у нас чего. И очень тяжело тут, чтобы он, как говорится, тебе сдался на милость. Естественно, он будет добивать. Так, ладно, мы с тобой будем открывать. 400 ДНК. Так, о, $35, спасибо. И хищное растение мы с тобой забираем. Плюс 95 очков доверий. Итого уже почти, ребята, 3500 накопили. Так, а что у нас там на рынке? Ну, у нас на рынке всякие тут штуки-дрюки, которые мы можем с тобой разместить. Битумная яма, кстати, 7% идет прибавки. Давай-ка мы, наверное, ее вот здесь вот и поставим. А, подожди, не ставится что-то. Вот тут. Битумная яма. Все равно здесь нам ничего не поставить, поэтому оно будет там нормально смотреться. Нет, это не надо. Так, 3% тут. 420 в 30 минут. А, ну это уже покупать. Вертолетная площадка. Да не хочется просто, ребята, как сказать... Вот сюда можно влепить. Галимим. $580. А галимим нам не нужен, да? Мы же с тобой уже сделали гибрид. Сделали, так что все нормально. Так, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!